Попробуем записать. Как можно сделать? Человека ходящего. Значит, мы сначала рисуем человека. Надо сгладить немножко, порядка 10. Делаем посветлее лицо. И рисуем самого человека. Причем человека будем рисовать так. Мы ему сделаем туловище. Мы ему сделаем ноги. Сначала мы сделаем руку. Нет, новый слой. В новом слое сделаем руку. Нет. Значит, надо поменьше будет делать здесь. И вторую руку сделаем сразу. И вторую руку сразу и откладываем. Поместим на второй план. Попробуем, как эта рука у нас будет двигаться. Значит, сделаем ей ось в плече. Вот это нам придется удалить кусочек. Для этой руки мы объединим ее с кистью F8 и тоже сделаем ось вращения в плече. Руку пока опустим на место. Вот это пускай будет место. Теперь нарисуем ноги. Контуров ноги, какая-то она толстая получилась подошва. Так, теперь ее тоже закрепим на оси, проходящей через тазобедренный сустав. Нога будет здесь. Вторую ногу такую же нарисуем. Выделим ее. И поместим на задний план. Ось также перенесем в тазобедренный сустав.
Теперь мы человека за 0,2 секунды ставим совершить полшага. Соответственно, и руки поменяются. И еще через 0,2 минуты, 2 секунды, руки вернутся в исходное состояние. Человек совершил полный шаг. Перенесем 12 секунд окончания ролика и посмотрим. Туловище, а это руки-ноги. Группа 1. У нас 2 руки, 2 ноги. Сделаем по 100 шагов для этого человека. Одной рукой уже научился болтать. Посмотрим, где у нас остальные руки, ноги. Другим способом это вот оказывается, что мы этого человека, нажав F8, объединить можем все его части и можем привязать его к траектории движения. Для этого мы рисуем траекторию, выделяем ее правой кнопкой мыши копи, потом нажимаем на человека правой кнопкой мыши привязать к пути, а сам путь мы скрываем и пробуем, что получилось. Человек идет не по прямой, а идет по дорожке, которую мы ему нарисовали. Если мы теперь этого человека, придерживая кнопку мыши, скопируем, клонируем, то у нас клон человека
будет обладать теми же свойствами, будет двигаться синхронно с этим и по параллельной траектории. Понятно, что количество этих людей можно размножить. Количество этих людей можно сделать очень большим. Это очень легко, потому что все люди одинаковые. Все идут по указанной дорожке. Вернемся в исходную точку, удалим всех клонов, кроме нашего первоначального человека. А нашего первоначального человека заставим пройти просто по прямой. Для этого переведем наш бегунок на ленте времени в самый конец и поставим сюда человека. Теперь человек идет просто по прямой. Сделаем, как делают в школе. Строй таких ребят. Скопируем сразу четверых и их размножим. Очень легко и удобно заставлять всех шагать ровными рядами и единым строем. Но проблемы наступают тогда, когда мы хотим создать для каждого свою траекторию. Попробуем это сделать. Первый у нас пойдет сюда. Можно убрать. Здесь какой-нибудь красный цвет сделать. Выделим траекторию, скопируем. Выделим человека, привяжем к траектории. Он у нас пойдет по этой траектории вверх. Саму траекторию мы скроем. Нет, не человека. Вернемся в начало. Скопируем человека, придерживая кнопку Alt. И для второго человека дорисуем другую траекторию. Он пойдет сюда. Этот цвет я уберу. Красный выбор для рисования. Скопируем траекторию. Скопируем человека. Вот этого, наверное. Привяжем к траектории. Траекторию скроем. Попробуем. Пошли по разным дорожкам. Попробуем теперь одного из человечков скопировать так, чтобы он у нас мог двигаться в обратном направлении. Для этого развернем его и посмотрим, что получится. Нарисуем для него траекторию. Траекторию скопируем, человека скопируем, привяжем к траектории,
А саму траекторию скроем. Попробуем. Начинает человек, который идет налево, правильно, но потом, разворачиваясь, начинает идти пятками. Кончим через 10 секунд. Если мы хотим выстроить индивидуальные траектории, то сразу начинаются трудности. С каждым надо работать персонально. Траты времени несопоставимо большие, гораздо легче, как в школе, заставить всех ходить строем. Попробуем теперь нарисовать фон. Шедовать вот к этому, к нему нету, поэтому можем только нарисовать здесь фон. Так, фон это вот этот. Выберем раскрашенный фон с линейным градиентом и с какими-нибудь цветами. От лилового до фиолетового. Развернем. И посмотрим, что будет. Нижний человек разворачивается, и часть пути начинает идти пятками вперед.